Так, продавец точно есть здесь. Если вам не удается держать победу в бою, попробуйте убрать оружие. Есть незначительная вероятность, что противник вас простит. Да, простит он меня, ага. Да. Looking to make a deal? Да. Yeah, all right. Обмен и обмен. Окей. Не понял. Только не говорите, что я оставил свое оружие в этом говне. А, нет, вот мой мушкет. Как там, кстати, твоя дочь вторая? Seems to be growing well. With that locket back, our Mary can truly rest in peace. I want to trade a few things. Go ahead. I just want to trade a few things. Of course. А, я арбуз хотел продать, окей. Я хотел арбуз продать. I'm all ears. Of course. Any good people left in the Commonwealth? It's not often someone proves me wrong, but I'm. Боже, я с тобой хочу пол. Hi. I take you want to trade? Ее предложение прямо обмен. I just want to trade a few things. Okay. А, этот типа обмен. I take it you want to trade? Вы не могли поторговаться и обмен написать, нет? That'd be great. А то обмен, обмен. Окей. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все нормально. Дело. Так, сейчас, одну минуту. Ту. Так. Все падает сегодня. Так. Ты жива? Кошечка. Кися. Кися, ты жива? Только не жарь ее. Так, все. Теперь в город. Да ты чё? Да ты что? Как я мог не понимать этого?
Чё-то больше не приходит. Heads up. Гад. Так, а почему у меня так мало места-то? А, у меня еще свое есть. Точнее, повторяется что-то. Это вроде одно, вроде одно. Как там все равно мало вот. Я не знаю, с чего так поднялся до 173. Нет, они ничего не весят. Вообще не знаю, что. Нет. У меня куча мяса. Надо жрать мясо будет.
Окей. Look alive. Over here. Righto. Getting along just fine. It's nice to finally settle down after spending so much time moving around. Oh yeah, you spent a little time on the run when you were younger. Oh yes, you have to when there's a bounty on your head. A little elderly advice: don't double cross a raider, they hold long grudges. Yeah, that's good advice. Sounds like quite the adventure. It was. Someday I'll tell you all about it. Seems to be growing well. I need to assign someone to this. I need to assign someone to this. I need to assign someone to this. Sure, let me just stop what I'm doing to talk to you. I'm being sarcastic. Leave me alone. Я вообще с тобой не разговариваю. I need to assign someone to this. I need to assign someone to this.
I need to assign someone to this. Я же только что видел есть татушку. Ну, нет, так нет. А у меня же еще кукуруза есть. О, хотя бы немножко. Хотя бы немножко освободилась от этого всего. Штат под названием Содружество Массачусетса стало называться просто Содружеством после Великой войны 2077 года. Окей. А ты, блин. Вашу мать, вы шутите. Угу, я могу так и зайти. Вроде бы ничего больше нет. Боже. Зачем я это делаю? Ё-моё, ну от двух чуваков облазил, все уже заполнен по самой главной. Потрясающе. Обожаю. Ну и где он? Иди сюда. Что мое, то твое. Наоборот. Бежали. Здесь тоже никого нет. О, нет. Так, рыбный завод Махара, импорт. Июль 2077-го. Треска в среднем 125 тысяч миллионов фунтов в день. Поставка стабильна. Пикша в среднем 75 тысяч фунтов в день. Ставка увеличена по сравнению с предыдущими месяцами. Сайда в среднем 100 тысяч фунтов. Нет, тысяч. Тьфу. 125 тысяч, 75 тысяч, 100 тысяч фунтов в день. Поставка стабильна. Камбала в среднем 65 тысяч фунтов в день. Поставка стабильна.
август 2007 в среднем 130 тысяч фунтов в день. Поставка увеличена по сравнению с предыдущими месяцами Пикша в среднем 65 тысяч фунтов в день. Поставка уменьшена по сравнению с предыдущими месяцами Сайд в среднем 125 тысяч фунтов в день. Поставка увеличена по сравнению с предыдущими месяцами Камбала в среднем 65 тысяч в день. И чё? Всё? Сентябрь 2070. В среднем 145 тысяч фунтов в день. Поставка увеличена по сравнению с предыдущим месяцем. Пикша в среднем 55 тысяч фунтов в день. Поставка меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Сайду в среднем 125 тысяч фунтов в день. Поставка стабильна. В октябре ожидается спад в связи с миграцией. Камбала в среднем 75 тысяч в день. Экспорт. Июль. В среднем отгружено 100... Ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Неинтересно. Если надо, прочитайте сами. Там, это неинтересно совершенно. Все, что они говорят, треска, пикша, сайда, кем была отгружена. Got it. Yes, sir. What's mine is yours, sir. И что я дал? Левый наруч, левая нога, правая нога. Правая рука, свинцовая рейдерская броня, снаряжение. А. Нет. Млядь. Эй. Ну хорошо, хотя бы лестницу нельзя взять. О май гад. Чё здесь? Сайда. Отличная новость. Нам удалось заполучить договор с двумя местными судами, которые согласились поставлять нам половину от своего улова с Сайды. Конечно, лучше было бы 100%, но зато мы явно нанесем удар по запасам конкурентов. Сейчас как раз сезон хода Сайда на север, так что поставки будут стабильны. Джейн. Джейн, выхлопные газы. Джордж, я уйду пораньше из-за выхлопных газов грузовиков. У меня опять началась мигрень. Я уже столько раз просил починить вентиляцию. Будь зайкой, закончи за меня черновик нового договора на пикшу, ладно? Так уж... Ты лучше всех, спасибо. Такая. Без согласия, главное, ушла. Окей. Что происходит? Сирена на улице. Все слышат? Кто-нибудь объяснит, что происходит? Нас не выпускают. Велели закрыться и ждать дальнейших указаний. Прошло уже 30 минут, и дефись. Если пониже зайти, будьте зайкой. Захвати мне ядерко. Кажется, Джордж последний выпил. Вау. Нужно. Угу. Не, ну как бы понятно, что это может атмосферу делать для кого-то, но... Для меня это говорит, что она тупорылая баба, и пусть она сдохнет. Да боже, сколько здесь рейдеров-то полегло. Здесь... Зачем? Эй! Hey.
говорить. Hey, Codsworth. Here we are. Отношения. How do you feel about our relationship? I find our relationship in the best of health, sir. There's no one I'd rather have by my side. Не важно. All right, then. Hey. I'm all ears. Обмен. Опять выходить, короче, окей. Обожаю, спасибо, игра. Ты потрясающе, зачем это делать? Ой, хлам. Ну и пусть он ничего не весит. Этот хлам, ёптать. Он мешается, ну серьезно, но он нужен. Поэтому приходится вот так делать. Оп, оп. Каждый, блядь, его раз. Хочется вот так делать. Да серьезно, это раздражает немножко. Конечно, можно сказать, не подбирай. Но это деньги, это можно продать всем. Привязались к своей пушке, вы можете дать ей собственное имя на любом оружейном верстаке. Окей. Коттеджный... Что? Не помню. Не помню я никакой коттедж на берегу. Мне кажется, что они где-то слишком легкие, а где-то слишком сложные. Что мне тогда делать? Менять в каждый момент, что ли, нет? Я понимаю, что мне надо... Вот, я жалуюсь так сильно на вес, значит, мне надеть силу качай, но... Ну, это даст от силы килограмм 20. Еще только. Боже, да кто это? Пошути еще. Очень, очень интересно твои шутки в 30-й раз слышать. О май гад.
Да, долго они ходят. То есть их несколько этих роботов выделал. Нубы. Белая бутылка. Зеленый самовар. Просто оттобался. Я как одиван. Сами думайте, что я сказал. О, мой год, харе. Слишком много всякого говна. Ну это понятно, да я с крыши бы спустился здесь. Codsword. Codsword. Где ты, мать твой? Йо. О май гад, нет. Окей. А почему минус? Потому что у меня повреждено что-то. Ну а теперь... Да почему минус-то, а? Информация. Она у меня на семерку? Нет. Да. Вообще не знаю. Нет. Да, на семерке. Что-то предметы. What the fuck? Почему-то у меня минус в харизме. Почему, не знаю. Это меня не радует. Что почему-то у меня вдруг минус в харизме на единицу. Да, если бы робот появился, было бы легче, конечно. Потому что я мог бы ему спихнуть вещи. Но робота нет. Спасибо, игра. Fallout 3 были напарники лучше. Да и Fallout 3 был получше. Не, ну то есть... В плане вот это вот перевеса, лечения конечностей. О май гад, да харе. Как вы могли тогда так пасть? Каким-то количеством. Ой, да ты чё, ты пришёл?
А чё, если я спущусь? Здрасте. Hostile sensor reading detected. Door is chained up on the other end. The sensitivity of my sensors clearly needs adjustment. Возможно, сбоит, а возможно и нет. Зачем закрывать первую помощь? Чтобы первая помощь. Боже, мне нужна первая помощь. Быстро, быстро, быстро. Я ключ не могу найти. That's it. Конечно, робота нет. Знаете, я с напарником, но как будто без. Вау, 43 экспы за них. Я их спокойно пачками валил в этом... где? Где их валил-то? Ну, я помню, в убежище мэра и... в каком-то форте. Блин, левый альт, забываю все. Нет, нет, нет. Так, я случайно нажал альтап. Черт. Щит. Так, где всякое мясо? Ну еб... Пивко, где мое? Конечно, оно поможет ненадолго, но... Все. Вот и вся помощь.
Now I understand. You are hiding because you fear death. Они наверху меня, выше меня. Окей. Да боже, да хре. Как могут столько просрать? Остин солдат. Ужасный. Сдохнешь уже, а. О, ну патроны закончили, отлично. Кажется, придется их оружие брать. Потому что я не собираюсь заряжать каждый раз батареи и оружие. Это просто бред. Такой спрятался. Теперь он где-то выше. Давай его делай, если они типа по тебе стреляют. Или это рейдеры? Так, как хотите, я забыл. X. Окей. Окей, X. X спасительный. Можно так оставить. Игру на паузу даешь до какого-нибудь города. Оу, щит. Ты так куда? Упс, слишком много ядеркового выпил. Бывает. Черт, квантовый ядеркового выпил 2 или 3. Так, я сейчас сохранюсь и спрыгну. О, сколько подносов. Сколько добра. Got it. Да, то есть, если бы вам не был так нужен, я бы его не брал. Слишком сильно. Но он нужен. Он слишком нужен.
Протекторон, может, меня спасешь? Боже, он все собирает. И я молодец. Nice. Так. Окей. Сейчас засядем. Вот я вижу одну. Хотя бы одну. Ну, по сути, 4 сова. А нет, не 4. По сути, все, что в... Черт. Да уж. Легкий, легкий. Да я сложный, спокойно взломал. Здесь легкий не могу. Почему-то. Got it. Сменить матрицу. Охрана порядка. На активировать. Легендарный протекторон страж, окей. Не, ну я не готов его валить в одиночку. Так что давай, иди на них.
sensitivity of my sensors clearly needs adjustment. Термостат. Ари, похоже, сегодня кто-то случайно задел термостат и поднял температуру на целых 3 градуса. Проблему обнаружил наш специалист по обслуживанию во время стандартной проверки температуры около 6.00. Это уже третий подобный случай. В прошлый раз мы чуть было не лишились всех запасов за день. Говорят, на этот раз на поезде ничего не испортили. Дай мне знать, если хочешь, чтобы мы прислали ученых и провели анализ нескольких партий на всякий случай. Дейв. Ядерко. Джейн, прости, ядерко, я тебя принести не смогу. Главное, лифт отключили, так что, похоже, мы тут надолго застряли. Если станет что-нибудь известно по поводу происходящего, сообщи недавно, я почувствовал точки. Если поукупала пара ящиков. Ну, ничего серьезного, в общем, обязательно сообщи, если что-то узнаешь. Народ тут волнуется. Народ-то волнительный. А я здесь не был, да? Или был? Был. Я кругом обошел, да? Не, ну я кругом обошел. Или нет? Или да? Да нет? Да-да. Да нет. Что-то я там нашел. Да ты чё, я не знал. А чё это у меня там за револьвер? 35, окей. Я даже не знаю. А у меня 57, а у него 53. Маловато.